Читайте классику, ребята, ведь ей единственное дано пересмотреть на мир все взгляды, не опираясь на кино. Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится. Обломов, нарицательное слово. Да, так и рассуждаем мы порой. Но если вы внимательно прочтете, он все же поучительный герой. Читайте классику, ребята. Обломов вас легко научит жить. Как не спеша комфортно на диване, толстенный том построчно изучить. Конечно, можно, глядя в телевизор, классику с экрана узнавать. Но верьте, что Ивана Гончарова все же интереснее читать. Илья Ильич – ленивая натура, герой которой в жизни не борец. И для читателя он стал карикатурой, и для жизни он вообще не образец. Захар! Пусть будет книга вам приятелем, и пусть не хватит вечеров, чтоб вновь и вновь открыть писателя Булгаков, Пушкин, Гончаров.